Неусинские горки. Билеты бесплатные. Приезжайте, блядь, разнозлекуху, блядь. Зимой ездите на санках покататься, да? Да, зимой на санках, блядь. Это что, река, наверное, да? Да вроде нет. Говорит, нету. Тоже сначала показалось, но вроде только трава. Просто овраг. Ну да, овраг. Так, теперь будет работать второй расчет. Это не нравится. Напоминаю, не очень с подразделением Моторола. Вот так я люблю. Сидишь, спишь, блядь. Так, наш проверяет, кто стрелял. Так, посредине, напротив туалета, вот так, это. Ты не пацан, какая разница. Я тебе. Ну, направление где-то вот так. Нет. Вот, именно куча, видишь? Ну. Вот, именно она где шел. Это оно? Оно! Что-то долго. На железяку. Нормально. Взяй. О, ответка. 200 на 4. Там стоит прямо на углу. В нашу сторону. Нет, так это надо перемещаться. Где этот? Вот так направление. 200 метров. 200. 200, да? Да. Так, 300 метрах от нас там. А что это было? Что за хуй здесь нет? Танк с ПКВТ. Видели его? Давайте туда закидывайте. По ГСам надо заложить, они не подпустят. Живы! Это 4. Да, я видел. Давай потихоньку. Брат Туполь, по-моему, они нас обходят. Ты слышишь? Так. Они по параллельной улице. Пускай обходят. Ну, брат Туполь, ну так, помирать так с музыкой. ICDC какая. Сейчас как заведу, как дам, как дам. Брат грузин спокоен. Он у меня еще... Здравствуйте. Вон, ПК у меня он есть какой, вот, видишь. Мотор взял попользоваться. О, да, есть. А. Это аренда. Аренда. А. Сидит. Да не, ниже бери. Фу, блядь, все правильно берет. Поехали. Ничего себе. Смотри. Бортом стоит! Бортом стоит, стоит, давай еще раз! А? РПГ, давай! РПГ! Так, блять, РПГ работает. Только выходи этот! Нет, подожди пока! Оп, там черный дым. Прям. Стави. А? Уехала? Удрал. Ебал!
А чума, сука. У меня техники я ебу было, так на самом деле, блядь. Неусинск, горит вражеская техника. Леша, фотография на память. А! Вот так, Лешко, пидорас, мы будем твоих пидоров, блядь, гнобить. Понял, нахуй, козел вонючий, блядь. Я еще собаку натравлю на тебя, блядь. Неусинск, бой. Иду, следующий. Полонины, блядь. О, долбануло из тридцатки. А, так вот он откуда. Ой, нас возьми! Уйки! Сосать будете, пидоры, блядь! Ты что нахуй? Блядь, я назад и он назад. Прям на ухо, ебать, извини. Извини, брат. Прямо надо было, да? Прямо? Иди! Давай! Давай еще раз. Ну все, уже словцы его внимаю. Так, продолжаем зачистку. Так, брат-матрос сейчас, дает команды. Вот он, матросик три наш. Три человека сюда. Вы извините, не обижайтесь. Мы просто чтобы спину потом нам не стреляли. Не, что я буду обижаться? Заходите. Три человека. Пацаны, заходите. Давайте. Да не нанимай, она куда спешла туда, хлоп. Заходите, заходите. Так, чистка продолжается. Да он, блядь, прибежал, блядь, начал что-то, блядь. Кто, местный? Да уже я с ними разобрался. Вот это ж, блядь, пленного отвозил, когда Серега Казак попросил нас. Вот это ж допы ты, блядь. Пытали тебя, да? Да. Не снимай, не надо, блин. Я и так уже в каждом этом, блядь. Ножом ебанул, у меня ребра переломал. Слушай, ничего не за пленных не говорили, они тут пленных взяли. Не, я когда на школу привез его, танкиста чи хер из нас какой-то бригады, они меня сразу хуяк, Саню одноклассника плечо нахуй порезали ему, мне вот, блядь, ширанул нахуй. Ребра, блядь, с носока сверху сгибал, мопед забрали, блядь. А что хотели-то? Что хотели? Где кто, что, как находится, сколько дней стоял на блокпосту, блядь. Понятно. Всю эту хуйню, блядь. Если ориентировочно было. Да где-то человек 300 было, блядь. Поначалу, да? Да, а потом уже ж хуй я знаю, я ж уже лежал 4 дня, блядь, хули, блядь. Оно, 4 ребра сломаны, блядь. Минусинск. Зачистка. Полченцами после боя с украми. Так, укры стреляли, повредили дома мирных жителей. Добродушного принца, блядь. Я не могу мне там мешок. Это кухня. Дайте собаке, его бабушка. Не бойтесь. И дочка мне. Ну, ничего страшного. А к вам они не заходили? А? Не заходили они к вам? А? К вам не заходили? А можно? Нет. Батя. Ну, правда уже... Нам ваши... Нам, мы их ищем, мы не, да. Мы не, не вас знаю, ищем. Ребята, не знаю. Мы боимся смерти. Как далеко не стояли? Же, мы уже не знаем, где не стояли? Ничего.
Не знаю, с погреба вообще не выходили. Чисто. Ну, сарай, курочки, идите посмотрите. И там еще тоже курочка. То есть вы все это время, пока были укры, сидели в погребе? Да, мы вот это вышли покушать, смотрели и сразу утекали. Ребята, вот здесь он пустой. Можете зайти, посмотрите. Ну, 18 еще нет. И ты в погребе, да? Минусинск, зачистка. Разбитое укроме авто. Пидоры, блядь. Серж, это она, да? А где морда? А? Морда где? Там морда. А это жопа. Наши ребята сделали град. Ну, тот, который убивал мирных жителей. До сих пор горит. На пацанов хоть насмотрю. Вот он, убийца, дымится. Минусинск. Минусинск. Город Минусинск. Улица Петровская. О, местный житель. Да. Бандерлоны это я, да. Правильно сделать, пидораса конченого. Только ругаться не надо, наверное. Да я не буду больше ругаться, так и надо. Они-то, они, суки, смылись. Наверное. Куда бы они ни смылись, всюду достанем. Да, а то в дворы гранаты бросают. Город Минусинск. Мы заля шли во дворные гранаты. Серьезно? Да. Они, я вон щеку нашел, яма на. Ну так просто от фонаря, да? Град подбили, они начали ломиться по дворам, понял, прятаться. Шура, ты еще тут? Вот мне еще пару укропов в помощь дали. Укроп мы там одну похоронили, мы его огородили. А, еще я укропов? Нет, там три еще. Три наши. Три наши. Три наши. Красавцы. Слушай, брат, а что они тебе гранату-то кинули? Паспорт. Подбили град. Ну. И они начали прятать, ну, по калиткам стучать, чтобы зайти, алло, ну чтобы что, во двор спрятаться. Ну а все же сидим в подвале. Ага. И они взяли, короче, калитку открыть не смогли. А, ну, дескать, вы кинули во двор. Если сразу не вышли, то пособники сопротивляются. Да, да. Понятно. Они так, понимаешь? Это они пришли сделать так, чтобы мирное население полюбило единую Украину. Единственный способ — это разбить мирное население градами и зашвырять гранатами. Людей, да, запугали. Нашли одного польского, гвардия, с польским паспортом. Порошенко. А где ему? Паспорт кому передали? Паспорт пацаны убирали, хоронили. Это надо у них спросить. Сами. Уже тут уже паспорт чех, там есть паспорт. Вот. Да это мы знаем. Там, а этого поляка есть, куда похоронили? Не знаю, там внизу пацаны на хоронили, углу, у них спросили. Их трое. Одного мы похоронили. Вот тут на улице Братской, на углу в огороде. Да я знаю, давай. Вот это что были укропчики какие. Возле магазина вот там. Ага. То, что было, самое главное, я дал. Джокер, я. Ты доволен проделанной работой? Мотороловцы сделали град. Кто аккумуляторы выделил? Я забрал ты... Так, не скручивать ничего. Слышишь? Оставь. Слышишь? Одна машина. Так, в подбитом Укровском граде обнаружены документы. Не, это не документы. Что это? А ну, пособники заберешь. Командир. Молчайся. Ради бога. Учебник. Техдокументация. Ключи ты хочешь найти? Да? Нет, учебник, сержант, ракетный поиск, артиллерия. Что-то за машина. Хорошая. Карты стрельбы. Короче, инструкция по убийству мирных жителей. Именно так. А вот это уже интересно. Бандеровская. Надя, вы приехали? Бандерлона. Вот Виктория. Все, вы приехали. Это ему сраки, блядь. Это чтоб выставлять градик, чтоб он точно бил. Так, отдельное приветствие укропам. Вот ваша машина. Вот она. Брат Джокер, отойди. Так, посмотрите, что с вами сделали. За то, что вы пришли на нашу землю убивать нас. Ну а вот то, что остается на память. Порошенко. Вот человека, который был в этом шлеме, у него есть мама, у него есть сестры, братья. Он хочет очень, чтобы они жили счастливо. Но почему-то не хочет, чтобы жили счастливо живущие здесь. Он пришел их убивать. Вот что он получил. Поверни, брат. Да. Вот. Вряд ли голова, которая была в этом шлеме, уцелела. Зачем? Я знаю. Уходите с нашей земли, пока не поздно. Иначе будет вот что. Да. Украина. Что ты там собираешь?